Самому специалисту нужно такое оборудование, которое нет смысла делать в большом количестве. Ну, в Саратове их достаточное число. Но для того, чтобы не гонять людей, во-первых, мы здесь теперь организуем выездные консультации специалистов перинатального центра в вашем перинатальном центре города Балаково. Теперь это введено в систему, они здесь регулярно у нас прибывают. И руководство, вот Татьяна Георгиевна, опять же, да, не даст мне соврать, мы проводили несколько рабочих совещаний, очень серьезно ставили вопрос на тему обследования непосредственно в Балаково, и все возможности для того, чтобы обследовать, базовое обследование провести без денег, бесплатно, здесь есть. И каким образом это делается, можно уточнить либо у своего акушер-гинеколога, либо в кабинете планирования в женской консультации, либо непосредственно в перинатальном центре.